17 фур декорации и реквизита, сотни уникальных костюмов, киловатты света и звука и, конечно, труппа, насчитывающая больше 100 человек. Все это грандиозное шоу Гейерадзе «Королевский цирк». Это не просто представление, это синтез эстрады, цирка и мюзикла, в котором сочетаются сложнейшие трюки, авторская музыка, необычный реквизит, спецэффекты и, конечно, работа с животными, которых артисты воспринимают как полноценных партнеров. Правая компания обычно точно так же проводит животных, кто возил своих животных, в багаже, в специальном багаже, отделение багажа. И мы договорились, значит, что наши животные прилетят. Все, наши животные летят. И каково было наше удивление, когда мы их пришли встречать, и два тигренка ехали у нас в бизнес-классе. Шоу погружает зрителей то в атмосферу королевского бала, то предлагает окунуться в ритмы страстной Испании. Но в самое сердце поражает номер воздушных гимнастов «Анна», представленный в духе театральной постановки. Это колоссальный номер, это история Анны Карениной. И за вот такой короткий промежуток режиссеры продумали все до мелочей. То есть рассказывается вся история, и это риск сделать драму в цирке, но этот номер не оставляет никого равнодушными. Действительно, люди плачут, овации, потому что ребята делают колоссальные трюки. На данный момент нет таких трюков. В шоу «Королевский цирк» на манеж выходят титулованные артисты. Например, обладатели золотых наград престижных международных цирковых фестивалей. У нас есть трюки, которые называются фестивальными, которые сложные трюки, которые выполняются специально только для определенных мероприятий. Это как у спортсменов, это соревнования духа, тела, красоты, мощи человеческой. Вот. И ты хочешь превзойти себя. Задумки Гейерадзе воплощают в жизнь не только артисты, но и целая команда инженеров. Например, специально для шоу были спроектированы золотые люстры, которые несут не только декоративную, но и функциональную нагрузку. На них работают воздушные гимнасты. А все второе отделение на манеже работает вращающаяся платформа. Вот то, что вы сейчас видите, вращающиеся полы на манеже, все второе отделение, в том числе аттракцион с тиграми, работает на вращающихся полах. То есть такого нет ни у кого. Я про себя могу сказать, что тигры на вращающихся полах, на работающих, не работают вообще нигде в мире. Это действительно сложно, но мы этого добились. Шоу «Королевский цирк» – это совместный проект продюсерского центра Гейерадзе и компании «Росгосцирк», который будет радовать хабаровчан с 28 сентября. Виктория Зыкова, Ольга Власова. Смотри Хабаровск.